чем писать, всегда он твердо знает. И что придумать, он представляет. Что написал, он не запоминает. Он по бумажке смешит до слез. И чё? Вчера бегу куда-то по своим делам, тороплюсь жутко. Скорость такая, где-то 100 км/ч, еще ветер попутный. Смотрю, слева тоже кто-то бежит, тоже весь в мыле. И лицо знакомое, как зовут, не помню, но знаю очень хорошо. Виктор его зовут. Вроде Виктор. Черт его знает, как его зовут. Но близкий очень человек. Увидел меня, говорит, здравствуй. Я ему говорю, здравствуй. Думаю, сейчас начнешь болтать с ним, только времени потеряешь. И ходу-ходу от него бегу, смотрю, он уже рядом, только теперь справа. Кто такой? Где я его видел? Потом вспомнил. Это брат родной. Виталий. Анатолий. Ну что за жизнь? А он улыбается мне, говорит, как дела? Нормально, как родители? Мама болеет, а у меня отец. У него отец, у меня мама. Ну, надо бы остановиться, поговорить по душам. Но когда дел по горло, и он только чуть налево, сразу раз направо, и понесся. Несусь, 10 минут, 20 минут, чувствую, не надо мне направо-то нестись, надо бы домой. Я скорее домой, времени в обрез. Я скорее. Прибежал, кричу, любимая, она любимая. И летит ко мне. Я говорю, стоп, не время, опаздываем в театр. Правда, чуть-чуть времени есть, раздевайся скорее, может, успеем. Она скорее раздеваться, я за ней скорее, она за мной скорее, я скорее. Она скорее запуталась в белье. Тут дверь хлоп, она испугалась, ой, муж пришел. Или дочь. А это пацан какой-то влетает в комнату, вас обоих в школу вызывают, идите скорее. В первый А, в седьмой Б. Я опаздываю на футбол, схватил коньки и убежал. Я скорее одеваться, говорю, давай скорее, может, в школу успеем. Она скорее. Я оделась быстрее меня, но все задом наперед. И стоит не похоже на себя. Я тогда спрашиваю, а почему ты сказала, ой, муж пришел, я же твой муж. Ты, да. А почему ты сказал, что идем в театр? Ты же днем звонил, сказал, что идем в ресторан. И опять дверь, хлоп, входит мужик, 3 метра ростом. Ну что за жизнь? Муж спрашивает, кто это? Женщина, не знаю, просто человек зашел попросить соли. Он, дай ему соли, сама беги скорее в ресторан, я тебя догоню, у меня еще здесь дела есть. И кинулся к двери, она, я мигом, к какому ресторану? А он уже исчез. Спрашиваю ее, это квартира 65? Нет, это 56. Я скорее домой, бегу скорее, прибегай. Любимая она, любимый, что так долго, мы идем сегодня в театр или нет? Слава тебе, Господи, попал к себе домой. Говорю, идем, переодевайся. Она переодевается, я говорю, давай скорее. Она скорее. Побежали в театр. По дороге рассказываю про брата, она смеется. Что смешного? Она, да нет у тебя никакого брата. Подбегаем к театру, минута в минуту, скорее по лестнице. Билетёрша сверху кричит, скорее, мы скорее. Протягиваем ей билет, она отрывает и говорит, ой, вы же не в наш театр прибежали. Мы скорее назад бежим домой, скорее. Я же не говорю, ну что за жизнь, а? Все время куда-то торопимся, как проклятые. Надо бы остановиться, подумать. Она, да, надо, прямо сейчас остановиться и подумать. И мы с ней побежали дальше.